Добрый день, друзья! С вами вновь Ирина Цырульникова, моя помощница виртуальная интерактивная указка. И наша тема сегодня – Das Essen – еда плюс высказывание удивления и собственного мнения. Поехали! Выучим несколько немецких слов. Охотно по-немецки – gern, gern. Сыр – Käse, Käse. Ешь – ist, ist. Ты – ду, ду. Люблю – мак. В конце слов оглушаем г на к – мак. Я – ich, ich. И строим наше предложение на немецком. Я охотно ем сыр, я люблю сыр. Переводим с русского на немецкий. Проверяем. Я охотно ем сыр. Я люблю сыр. Ich esse gern Käse. Ich mag Käse. Mag – это модальный глагол mögen. При спряжении umlaut исчезает и меняется на а. Mag. Ich esse gern Käse. Ich mag Käse. Сыр. Повторяем. Käse. Я. Ich. Не люблю. Mag keinen. Не нравится вкус, schmeckt nicht. Он, er, мне, mir. Käse, ich, mag keinen, schmeckt nicht, er, mir. И переводим еще два предложения с русского на немецкий. Я не люблю сыр. Он мне не нравится на вкус. Проверяем. Я не люблю сыр. Он мне не нравится на вкус. Ich mag keinen Käse. Er schmeckt mir nicht. Ich mag keinen Käse. Er schmeckt mir nicht. Käse мужского рода. Я не люблю кого что. Это аккузатив, винительный падеж. В мужском роде будет отрицание keinen. Er schmeckt mir nicht. Mir – это личное местоимение мне. Mia. Еще раз. Ich mag keinen Käse. Er schmeckt mir nicht. Удивляет по-немецки wundert. Wundert. Что? Подчинительный союз das. Doppel S, двойной S. Das. Ты, повторяем, du. Меня. Личное местоимение в аккузативе mich. Mich. Сыр, повторяем, Käse, не любишь, magst keinen, меня, mich, это es. Меня удивляет, что ты не любишь сыр. Переводим с русского на немецкий. Проверяем. Меня удивляет, что ты не любишь сыр. Es wundert mich, dass du keinen Käse magst. Es wundert mich, dass du keinen Käse magst. Das – это подчинительный союз. Это означает, что глагол сказуемое перемещается на последнее место и спрягается согласно подлежащему. Du – это подлежащее «кто ты», du – основа «st», du – magst. Dass du keinen Käse magst. И повторим еще раз. Es wundert mich, dass du keinen Käse magst. Никогда по-немецки ни. Мясо, Fleisch. Ем, esse. Я, повторяем, ich. Вегетарианка, Vegetarierin. Vegetarierin. Потому что подчинительный союз weil. Я есть, ich bin. И переводим наше следующее предложение на немецкий. Я никогда не ем мясо, потому что я вегетарианка. Помним, что потому что по-немецки weil, и это подчинительный союз, а значит глагол переместится на последнее место. Переводим на немецкий. Проверяем. Я никогда не ем мясо, потому что я вегетарианка. Ich esse nie Fleisch, weil ich Vegetarierin bin.
Ich esse nie Fleisch, weil ich Vegetarier bin. Weil – подчинительный союз. После него мы ставим подлежащее в данном случае «кто». И в самый конец выносим глагол. Ich bin. Bin стоит на последнем месте, потому что это придаточное предложение с подчинительным союзом weil. Ich esse nie Fleisch – главное предложение. Weil ich Vegetarier bin – придаточное. Что по-немецки das, подчинительный союз, удивляет? Другой глагол überrascht, меня, повторяем, mich, это, es, ты, du, ешь, ist, никогда, повторяем, nie, мясо, Fleisch. Das überrascht mich, es, du, ist, nie, Fleisch. Мы будем строить как в конструкторе предложения из составных частей, которые стоят не по порядку. И мы переводим наше следующее предложение. Меня удивляет то, что ты никогда не ешь мясо. Проверяем. Меня удивляет то, что ты никогда не ешь мясо. Es überrascht mich, dass du nie Fleisch isst. Es überrascht mich, dass du nie Fleisch isst. Das – это подчинительный союз, а значит глагол ist занимает последнюю позицию. Es überrascht mich – главное предложение, после него идет запятая comma, и затем придаточное предложение с подчинительным союзом das. Es überrascht mich, dass du nie Fleisch isst. Содержит по-немецки enthält. Enthält – много. Viel – мясо, Fleisch, и, und, протеины, протеины, белка, Eiweiß, оно есть, es ist, вкусное, lecker, enthält, viel, Fleisch, und, протеины, Eiweiß, es ist, lecker. И наше следующее предложение, которое мы должны перевести с русского на немецкий. Мясо содержит много белка, протеины, и оно вкусное. Проверяем. Мясо содержит много белка, протеины, и оно вкусное. Fleisch enthält viel Eiweiß, Proteine und es ist lecker. Fleisch enthält viel Eiweiß, Proteine und es ist lecker. Помним, что если в предложении идет перечисление, мы видим запятую, мы видим союз und, интонацию перед запятой слегка поднимаем, перед союзами слегка поднимаем и в конце предложения перед точкой опускаем. Fleisch enthält viel Eiweiß, Proteine und es ist lecker. Мое мнение, по-немецки meine Meinung. Это есть, das ist. Личное, persönliche. Meine Meinung, das ist, persönliche. И переводим короткое предложение на немецкий. Это мое личное мнение. Проверяем. Это мое личное мнение. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist meine persönliche Meinung. Редко по-немецки selten. Selten. Овощи. Gemüse. Gemüse. Я, повторяем, ich, ем, esse. Я есть, ich bin. Что? Das. Удивлена. Erstaunt. Selten Gemüse, ich esse, ich bin, das erstaunt. Я редко ем овощи. Переводим на немецкий. Я редко ем овощи. Ich esse selten Gemüse. Ich esse selten Gemüse.
ешь, ist, ты, du. Я удивлена, что ты редко ешь овощи. Проверяем. Я удивлена, что ты редко ешь овощи. Ich bin erstaunt, dass du selten Gemüse isst. Ich bin erstaunt, dass du selten Gemüse isst. На первом месте стоит главное предложение «Ich bin erstaunt». После него ставим кома, запятую. И придаточное предложение начинается с подчинительного союза «das», после которого следует подлежащее «du», и глагол выносим в самый конец «ist». Das du selten Gemüse isst. Много по-немецки «viele» – овощи, «Gemüse» – витаминов. Витамины содержат «enthält» и «und» – минеральных веществ, минеральштоффе. Овощи в русском языке множественное число, а в немецком «Gemüse» – единственное. Поэтому глагол мы спрягаем как единственное число «enthält». Viele Gemüse, Vitamine enthält und Mineralstoffe. И наше следующее предложение. Овощи содержат много витаминов и минеральных веществ. Проверяем. Овощи содержат много витаминов и минеральных веществ. Gemüse enthält viele Vitamine. Und Mineralstoffe. Gemüse enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. Сладостей по-немецки Süßigkeiten. Süßigkeiten. Много, viele. Поэтому, deshalb. Deshalb. Лишний вес. Übergewicht. Übergewicht. Я ем. Ich esse. Имею я, у меня, habe ich. Süßigkeiten viele, deshalb Übergewicht, ich esse, habe ich. Строим как в конструкторе наше следующее предложение. Я ем много сладостей, поэтому у меня лишний вес. Проверяем. Я ем много сладостей, поэтому у меня лишний вес. Ich esse viele Süßigkeiten. Deshalb habe ich Übergewicht. Ich esse viele Süßigkeiten, deshalb habe ich Übergewicht. Мы видим у нас слово deshalb. Это союзное слово, после которого сразу ставим глагол. Deshalb habe ich Übergewicht. Поэтому. Неудивительно по-немецки kein Wunder. Kein Wunder. Это есть. Es ist. Что ты? Das du. Потому что. Weil. Сладости. Süßigkeiten. Имеешь лишний вес. Übergewicht hast. Много сахара. Viel Zucker. Содержат. Enthalten. Kein Wunder. Es ist. Dass du. Weil. Süßigkeiten. Übergewicht hast. Viel Zucker. Enthalten. И мы строим наше следующее предложение. Неудивительно, что у тебя есть лишний вес, потому что сладости содержат много сахара. Переводим на немецкий. Проверяем. Неудивительно, что у тебя есть лишний вес, потому что сладости содержат много сахара. Es ist kein Wunder, dass du Übergewicht hast, weil Süßigkeiten viel Zucker enthalten. Es ist kein Wunder, dass du Übergewicht hast, weil Süßigkeiten viel Zucker enthalten. Мы видим, что у нас предложение с двумя придаточными. Es ist kein Wunder – это главное предложение. После него идет запятая, кома. Затем первое придаточное предложение с подчинительным союзом das. В конце идет глагол hast. Затем опять запятая. И второе придаточное предложение с подчинительным союзом weil. И тоже в конец идет глагол enthalten. Es ist kein Wunder, dass du Übergewicht hast, weil Süßigkeiten viel Zucker enthalten. Друзья, напишите в комментарии, что вы любите есть, что вы не любите есть, что вам нравится или не нравится на вкус и что вас удивляет. А я прощаюсь с вами, всего доброго и до следующего видеоурока.